Добрый день, меня зовут Анатолий. В этом видео я вам расскажу три секрета выбора роботизированной автомойки. Первое. Почему колонны дешевле Лизу? Второе. Как не попасть на уголовку после покупки робота? И третье. За какое ТО не жалко денег после покупки роботизированной автомойки? 2 года назад я поставил первого робота Шуифу. Также он известен под маркой Синестар, экспортной маркой Синестар. С того времени я смонтировал, установил Лейзвош P360, Лейзвош SJ, Шуйфу различные модели и недавно закончил монтаж колонн. Поэтому я знаю изнутри весь принцип действия устройства всех этих роботов и хочу с вами поделиться своим опытом. Возьмем, например, 3 роботизированные мойки колонн, Лейзвош и Шуйфу и пройдемся по их функционалу. Начнем с пены. Пена должна равномерно ложиться на всю поверхность автомобиля. Шуифу. 3 насоса подачи химии, 6 форсунок. Лейзвош. 4 форсунки, 1 насос подачи химии. Колонн. 1 насос, 2 форсунки. Пройдемся также по ключевым моментам. Приводные двигателя. То есть сервопривод передвижения шаттла, сервопривод перемещения руки, вращение руки. Это очень важный момент, который влияет на бесперебойность работы роботизированной автомойки. Пройдемся по брендам. Колонн. Китайский бренд, китайский производитель. Лейзвош. Я предполагаю, китайский производитель. Там написано под брендом Лейзвош. Ну, установить я просто, у меня нет информации. Шуифу тут немножко попроще. Один двигатель итальянский Сити приводной, другой Дельта. Дельта это достаточно распространенная, корейская, в соседнем магазине буквально это все есть. Еще достаточно важный элемент бесперебойности работы роботизированной автомойки это приводной зубчатый ремень, который натягивается от начала конца рамы до другого конца рамы и за счет которого приводится движение шаттла. То есть сервопривод ездит по этому ремню. Так вот, основа у Шуифу там металлический корд, у Лейзвоша и колонны там корд тканевой. Нема клапана, они используются, применяются в роботах для того, чтобы управлять включением мойки днища, либо мойки с руки, воздух на пену и так далее. Вот, Лейзвош, Шуифу, клапана AirTag, фирма-производитель международный. Тоже да, очень сильно распространенный, везде в магазинах есть. У колонны здесь ситуация немножко по-другому, тут идет уже привязка к производителю автомойк. Эти воздушные клапана без каких-либо надписей, и подобрать аналог будет не представляется возможным. Поговорим про раму. Рама это очень важная деталь роботизированной автомойки. Не только потому, что по ней двигается шаттл, но и то, что это влияет на безопасность людей, находящихся в автомобиле во время мойки. Мы с вами все видели как смешные видео, как и бывают ДТП на мойках, на автосервисах, как падают автомобили с подъемников. Это пока людей нет, пока жертв нет, это весело, просто ущерб. Хотя это большой ущерб. В нашем же случае на раме закреплена подвижная часть шаттла весом до 1,5 тонн. Под ним находится автомобиль с людьми. В случае ДТП, если, не дай бог, машина задевает одну ту или иную опору, этот шаттл падает вниз. Не дай бог жертва. Вот это очень тонкий момент. Поэтому я более подробно расскажу про то, из чего состоит рама. Итак. Рама Лейзвош состоит из 15 несущих элементов. Рама колонн состоит тоже из 15 несущих элементов. Рама Шуифу состоит из 23 несущих элементов. Причем надо обращать на толщину этих элементов. Толщина колонна порядка 3 мм. Там просто жизненно важно, необходимо устанавливаться различные усилители. Рама Лейзвош потолще. Ну, как есть, уж смотрите на фото, Шуифу там самое добротное. Подчеркиваю, какие опасности несет слабая рама. Не дай бог ДТП, падение шаттла, нанесен человеку вред, ущерб, все что угодно. Приходят компетентные органы, начинается разбирательство. Где взял, откуда взял, как установил. Когда идет, я и внимание, и тут уже включается... Когда и где вы купили? Был у вас серый импорт или это официальный импорт? Если в случае с серым импортом,
вы не можете объяснить, где взяли, как везли, и к вам еще дополнительно накладываются сверху налоги и так далее и тому подобное. Все. Это очень сложная, юридически сложная ситуация. Не дай бог в ней оказаться. Рассмотрим тот же самый вариант. Не дай бог падение, но у вас официальный ввоз. У вас есть номер таможенной декларации, кто поставщик, кто сертифицировал. И этот уже основной удар переходит на сертификационный орган и на поставщика. Уже вопросов к вам нет. У вас есть официальный договор купли-продажи, как это оказалось на территории Российской Федерации. Есть монтажная организация, и тут уже идет разбирательство. Вы в роли заказчика, когда у вас официально купленная автомойка, робот-мойка. Когда у вас серый импорт, вы конечное лицо, с которого будут спрашивать. И по итогам всего вышесказанного, вы, я думаю, сами можете теперь сделать вывод, стоит ли 300, 400, немалые деньги, но безопасность и ваше будущее, мне кажется, стоит гораздо больше. Делайте выводы, господа. Пару слов про техобслуживание, на которое не жалко денег. Многие поставщики роботизированных автомоек необходимым условием для поддержания гарантии озвучивают, что нужно каждые 3 месяца или там сколько-то моточасов проводить техобслуживание. И они приезжают к вам, меняют масло и еще чего-то. Моя позиция по поводу этого совсем другая. Человек, купивший роботизированную мойку, очень часто это бывает грамотный специалист, у которого большой опыт моек самообслуживания и так далее. И ему платить за замену масла там 10-20 тысяч рублей, ну, это как минимум нечестно по отношению к нему, потому что там никаких спецзнаний не требуется. То, что я считаю нужным и необходимым в проведении ТО, это раз в год, раз в 8 месяцев, осмотр датчиков, регулировка зазоров на датчиков, осмотр и диагностирование, вскрытие всех контактных коробок, в том числе в скрытых местах, о которых обычный покупатель не знает, но которые критически важно оказывают свою роль на бесперебойность работы, чтобы не было ошибок. Вот, все, что нужно. Приехали, просмотрели электронику, просмотрели датчики, проверили, если есть проблемы, устранили. Все остальное клиент может сам делать. Протирать эти датчики, менять масло. Визуально, если видно ремень провис, он его сам подтянет. Там не нужны никакие специальные умения. Небольшая ремарка про техобслуживание. Я много слышал опасений, что оборудование проработает 3 года, а потом он сдохнет и так далее и тому подобное. Оборудование достаточно надежное. Там используются импортные надежные датчики. Самое главное, за ними правильно ухаживать, выставлять зазоры, проводить нужные ТО. Не надуманные, не взятые с потолка регламенты, протерите мотор, поменяйте масло или там еще что-то, а именно то, что необходимо. За прошедшие несколько лет эксплуатации роботов я выработал эту методику, и в следующем видео я вам покажу.